Один из самых красивых и уютных городов не только в Швейцарии, но и, наверное, во всем мире – это город Монтрё. С одной стороны окружен величественными Альпами, с другой – Женевским озером. Это по-настоящему творческое место. Здесь часто отдыхают известные писатели, композиторы, актеры и певцы. С Монтрё связаны имена Чайковского, Толстого, Набокова, Стравинского. Здесь записывались лучшие альбомы Queens, AC/DC, Дэвида Боуи, Rolling Stones. Курортный город, в который люди едут отдохнуть от будней суеты. А есть и те, кто отправляет своих детей сюда на обучение. Привет, друзья! Это уже второй выпуск, или даже, можно сказать, видеообзор замечательной швейцарской школы Институт Монтероссо. В первом выпуске директор школы Александр Гейдман рассказал немного о интересной истории создания школы, ее расположении и комфорте проживания. Так как эта школа – интернат, и в ней дети не только учатся, но и живут. Ссылка на другие выпуски по этой школе в Швейцарии будут в описании к этому видео. В этом же выпуске, опять-таки вместе с Александром, мы расскажем вам о самих учебных программах, которые предлагаются школьникам из разных стран в Институт Монтероссо. В описании к этому видео будут также подсказки, как можно связаться с нами для своей бесплатной консультации. Мы знакомы со швейцарскими школами лично, а не по рекламным каталогам, и помогаем своим клиентам бесплатно с выбором и поступлением. Итак, давайте спросим у директора школы, по каким программам и что изучает Институт Монтероссо. Давайте поговорим об учебной части. Да, я думаю, что вы обучаете по американской программе. Да, это так. Мы следуем американской программе обучения. Мы нацелены не только на подготовку наших студентов к диплому старшей школы. Мы также совмещаем это со стандартными тестами, экзаменами в колледж, SAT, AP, языковыми тестами, конечно, Cambridge, IELTS, TOEFL, французским DELF, чтобы студенты имели хороший багаж знаний и могли поступить в высшие учебные заведения, университеты, школы гостиничного управления. Мы готовим их к карьере, а не просто к диплому. Когда я шел по школе, я заметил, что у вас есть центр карьеры. Да. Как я уже сказал, мы заботимся не только о получении диплома. У нас есть советник по карьере, и за 2 года до окончания учебы мы работаем с каждым студентом и помогаем им с их поступлением в университет, и просто помогаем определиться. Некоторые студенты не знают, чего они хотят. Они не знают, и поэтому мы здесь, чтобы открыто обсудить, что их действительно интересует. Конечно, родители всегда подключаются, но родители обычно сами предприниматели или задействованы в дипломатическом мире. И обычно наш путь как раз ведет в эти сферы. Советник по карьере, работающий при школе Институт Монтероссо. Это человек, который помогает с выбором специальности и выбором университета. Пользуясь моментом, хочу обратить ваше внимание на то, что я также имею очень большой опыт в этом вопросе и в вопросе профориентации детей. Это область моей специализации. После проведенного собеседования с ребенком во время своих консультаций с родителями я также помогаю с выбором направления профессиональной деятельности ребенка, правильным выбором предметов и учебной программы. Обязательно попросите наших менеджеров компании Мариади познакомить вас со мной. Планы обучения в Институт Монтероссо индивидуальны, что позволяет максимально гибко работать со слабыми и сильными сторонами каждого ученика. В младших классах преподаются естественные и социальные науки, математика, физическое воспитание и иностранные языки. В старших классах изучают экономику также, финансы, историю мировой культуры, географию, менеджмент и множество предметов на выбор.
Особое место отведено языкам, что совершенно понятно, ведь здешние выпускники становятся студентами лучших вузов самых разных стран мира. Ребятам предлагаются испанский на выбор, английский, французский, немецкий, итальянский, китайский и даже русский язык. Кстати, в школе много учеников из Китая, Испании, США и Арабских Эмиратов. Можете ли вы провести черту, каким студентам подойдет ваша школа, а каким, возможно, нет? Выбор нашей школы, конечно, подойдет детям, чьи родители ищут максимально индивидуальную образовательную программу, которая структурно подготовит их детей к международному образованию. Под этим я, конечно, подразумеваю поиск международной среды. Насколько вы требовательны к уровню английского? Уровень английского, конечно, зависит от курса обучения. Мы не будем требовать одинаковый уровень английского у тех, кто только начал 9 класс. Но тот, кто хочет учиться последние 2 года, должен владеть английским на первом уровне Кембриджского теста или какой-то подобный уровень в других тестах. А вы предлагаете дополнительную поддержку? Да, и это как раз то, в чем мы очень сильны. Так как мы предлагаем много консультаций и частных уроков. У нас есть понятие красной линии, что касается обязательных предметов. Но эти обязательные предметы мы адаптируем под каждого студента. Это тоже наша исключительная особенность. Студентам не приходится адаптировать под себя эту жесткую структуру. Это сделаем за них мы. Индивидуальный подход к каждому ученику, гибкая учебная программа, конечно, все это положительно сказывается на академических результатах учащихся. Кроме академической подготовки, школа предлагает летние и зимние курсы для детей, желающих подтянуть знания языка и окунуться в швейцарскую жизнь. Что-то вроде языковых лагерей в Швейцарии. Можно выбрать 1 или 2 языка и сочетать их активное изучение с повседневной языковой практикой. Надо же общаться со сверстниками-одногруппниками. Языковая программа насыщена экскурсиями, занятиями спортом, искусством. Ребята отмечают швейцарские праздники, знакомятся с культурой страны и Европы. Результат не только хороший уровень знания языка, но и радость от активного интересного отдыха, уверенность в себе и друзья по всему миру, с которыми можно поддерживать связь и после окончания учебы. Ну вот такой получился краткий обзор учебных программ швейцарской школы Институт Монтероза. Напоминаю, ссылки на другие выпуски по этой школе и ссылки на другие не менее достойные швейцарские школы будут в описании к этому видео. Я считаю, что всегда должен быть выбор, который мы вам поможем сделать и сделать бесплатно, а затем также поможем бесплатно поступить в выбранную школу. Спасибо за ваш лайк и комментарий под видео. До скорых встреч, друзья. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.